Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем проходить игру Shadow of the Tomb Raider. Итак, я у торговца в первой локации купил глушитель. Веревка. И патронташи. Да. Но почему-то я их не вижу. Там написано, что модули, пистолетный прицел. Ага. То есть там написано, что можно нацепить на любой пистолет. Приехали. Не на любой. То есть вот этот пистолет у меня будет с глушителем. Ладно. Тогда берем его. С пистолетным прицелом и с глушителем. Теперь я смогу снимать с пистолета так же тихо, как и с лука. Так. Что, теперь пойдем. Папа-ра-папа. А, верните королевский рог. А он по порядку спрашивает? Понятно. Пойдем тогда за этим. Как его называют? За принцем. Сама такая. Меня же теперь должны пропустить. Я свой. В стельку. Лутать их нельзя. Будь осторожна, Ахау. Мы подавили мятеж, но мятежники еще остались. Ты в опасности. Я уверена, что справлюсь с любым мятежником. Ха, неплохо. Им не устоять против нас. Но они сражались как демоны. Они сражаются за выживание. Что ему объяснять? Интересно, кто двигает вот эту плиту? Столько павших солдат, мятежников больше, чем сектантов. Сектантов я тут даже не вижу. Хачебану чикин топиконов. Ченхумпел бателилуч хельби шунахе. Бейшан интугул. Минану нуколов, малов. Етель мишуц канцани лоби. Цокили ухец тантике. Бейли кун учуло. Хачвахелум бинтон уцил уаминан кукулкантик вигналоне? Короче, этот из другого мира оружие дал, да? Посторонись. У меня пистолет с глушителем. Патени и месах инка. Ма уцкан вантали унахакуштал. Да тут вообще нету мертвых сектантов. Это нельзя посмотреть, Что-то там бла-бла-бла, кукулькан, да? А, они, походу, вербуют. Так, и куда? Мне туда, да? О, а давайте посмотрим вот эту статую. Найден монолит. Речь о месте неподалеку. И каком? Они стоят спина к спине. Два брата по оружию. Я лежу у ног того, который смотрит на змею в тени.
Угу. Крутяк, что есть вот такая. Короче, это какие-то две башни или две статуи. Скорее всего, две статуи. Спина к спине. Один смотрит на змею в тени. Нужны две... Вот. Ну-ка, может, два столба? Новый базовый лагерь. Ну-ка, они не с обеих сторон? Нет, не с обеих сторон. Спина к спине. Ой, я вижу там какой-то ларец. Мне же сейчас люлей не дадут за то, что я полутаюсь. Очень просто хочется. Как ты думаешь, будут еще эти мятежи? Торговый день был полностью сорван. Знаешь, обалдел, я абсолютно уверена, что скоро все наладится. А, ну, надеюсь. Ее волнует только прибыль. И все-таки. Спина к спине. Возможно, вот у этого есть с другой стороны. Да. И смотрит у подножия того, кто смотрит на змею в тени. Вон, змея. В тени это. Нашла. Восстание продолжается, да? Лара, ты как настоящий змеиный страж. Я узнал кодовую фразу, чтобы попасть в тюрьму, где держат маму. Невинные глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет слабость. Поняла. Мы ее вызвали. Есть еще кое-что. Хакана схватили. Для восстания нам нужны все войны. И он папа моей подруги Каяры. Все понятно. Если его убьют... То Каяра тебе этого не простит? О, найден заказчик задания. Нет места. Ничего не могу взять. Че, серьезно? Жуки уже не хватает? Может, тут торгаш есть? Ну, подбирай. Из Чубан? То меня и Шука, то и Чубан. Ба, глянь, смотри, рабов продают. Шкура, никому не нужно. Спасибо. Сам такой. Их текрук, бляк-бляка. Ух ты. По-моему, это... Отмычки. Я хочу отмычки. Уже давно причем. Лишь достойные сведущие могут попасть в священные земли. Это сейчас, собственно... Невинные глаза сомкнутся на рассвете, вот, когда сгинет слабость. Проходи. Можно проходить, да? Папа, не оставляй меня! Нет! Эй, ты, девчонка, а ну отойди от двери. Твой отец мятежник и умрет за это. Папа, я тебя люблю! Наверное, это Каяра, о которой говорил Эцли. Значит, Хакан в той камере. Нужно придумать, как его вытащить. Ага. Что происходит? Чего он так орёт?
Прости, Ахао, но ты не беспокоишься? Беспокоюсь? За что? О чем? Кукулькан забрал так много людей в жертву в последнее время. Не только мятежников. Я... Слишком много было смертей? Я знаю, что богам нужна дань, чтобы солнце не погибло, но... Не волнуйся. Волна смертей скоро кончится. Поверь. Нет, дверь не открывается. А, уже пошел следующий, последний уровень. Блин, тут столько торговцев. Почему со мной никто не торгует? Он так орёт, будто сам на костре стоит. Может, эти мятежники наконец сложат оружие, когда увидят, чем им это грозит? Обо мне позаботиться! Творится немыслимое. Какой позор, какой ужас. Я знаю того, кого сегодня казнят. Это Хакан, мясник из Нижнего города. Ясно. Так в жертву принесут твоего друга? Он пытался убить Кукулькана. Я не дружу с убийцами, удачливыми, и нет. Если он тебе не друг, почему ты расстроен? Мне стыдно, что он входил в гильдию торговцев. Он навлек позор на всех нас. Крутяк, он торговец. Значит, надо его высвободить, и будет у меня торгаш. Может, эти мятежники наконец сложат оружие, когда увидят, чем им это грозит. Грустно, что ту малышку сегодня лишат отца, но, может, благодаря этой казни люди поймут, что эти мятежники – угроза для гармонии Пайкити. Некоторые полагают, что гармония присуща лишь тем, кто живет в Верхнем городе. При всем уважении, Ахау, я не выбирал эту жизнь. Моя жизнь – дар богов. Вай-вай-вай. Вот-вот. Съел? Прости, Ахао, не бей меня. Я только хотела попрощаться с папой. Я тебя не обижу, Каяра. Я помогаю мятежникам. Ты знаешь мое имя? Твой друг Эцли попросил помочь тебе. Он что? Да. Может, ты расскажешь, что случилось? Мой папа винит Кукулькана в смерти мамы. Я говорила, что ее ничто не вернет. Но он не слушал. Он хотел убить Кукулькана, а теперь убьют его, и я останусь одна. Ну-ну, все будет хорошо. Я попробую Правда? Помочь. Правда? На площади есть еще мятежники. Они хотят нам помочь, но они боятся. Может, ты их убедишь? Я сделаю все, что смогу, Каяра. Обещаю, я не дам им забрать твоего папу. Спасибо, Ахао. Я Лара. Спасите Хакана. На площади? На площади. На площади. Это типа ты? Не бойся. Я подруга Унурату. Я хочу освободить пленника. Помоги мне. Конечно, но стражи убьют нас, если мы подойдем близко. Разберись с ними. Тогда я тебе помогу. Я хочу спасти пленника, но одна я не справлюсь. Ты чужестранка, о которой говорила Унурату. Разберись с охраной, и я помогу открыть дверь. Типа там вдвоем надо открывать, да, ее? Приветствую, Ахао. Тебе нравятся казни? Казни? Конечно. Но сейчас прерви свою молитву. Зачем служитель трубит в рог? Наверняка так надо.
но лучше будь начеку. Пайтити построен на костях. Не хочу, чтобы мертвые вернулись и наводнили город. Так, давайте всех завербуем. Ты ведь сыграешь музыку для посланника богов? Это большая честь, Ахау. Оп, оп, оп. Музыка, казнь начнется или нет? Надо убедиться, что все знают свое место. Стражей там нет. Тогда идем, быстрее. Сейчас можно. Помоги открыть дверь. Да, скорее. Теперь выйдет. Ну? Давай вместе. Будь свободен. Чего ты хочешь, жрица? Не бойся, я друг. У меня нет друзей, похожих на тебя. Поверь мне, я волк в овечьей шкуре. Твоя дочь тебя ждет. Можешь идти? Каяра. Черт. Каяра, беги. Спрячься где-нибудь. Я тебя найду. Да вон сейчас там стенку проломать, да и все. Я выведу нас отсюда. Я тебя вспомнил. Ты чужестранка. Я видел тебя с Амуратом в нижней деревне. Если я не ошибаюсь, тебе запретили связываться с Кукульканом. Нам сюда. Не отходи. Это древние казармы. Сюда, Каяра, я иду. Еще что-нибудь придумаем. Нельзя падать духом. Если навалиться вместе, мы сдвинем этот камень. Нафига. Спасибо, такие тяжелые двери делать? Ты помог. Я не об этом. Путь к тому, что важно. К моей дочери. Вот. Этот нож принадлежал моей жене. Я хотел убить им Кукулькана, но теперь он мне не нужен. Добывать больше ресурсов. Папа! О, Каяра! Я думала, что никогда больше тебя не увижу, папа. Прости меня, милая. Дай посмотрю на тебя. Обещаю, я больше тебя не брошу. Давай, пойдем домой. Свободу Хакана получено достижение. А торговцев у меня до сих пор нету. Так, ну чё тогда, вперед и с песней. Тук-тук. Еще собираетесь изображать восставший народ? Пока не победим, и ты не будешь нам угрожать. Амару, вспомни, кто ты такой. Я один из вас. Да. Ты поэтому меня арестовал? Если бы мой брат был жив, мир его праху. Да, он назвал бы весь наш спор тратой времени. Идем домой. А я дома? Это мой дом! Унурату, только представь, как расцветет Пайтити, если солнце взойдет над миром, где нет внешних опасностей. Разве ты не опасен? Преобразить мир! Пум-пум-пум-пум-пум. Мы все творим судьбу. Мы сила, все вместе. Все, что я делал, было ради Пайтити. Все! Он был раздроблен, я объединил его! Только я понимаю, что нам угрожает. Ты то есть, то тебя нет. Как будто жить здесь не обязательно. Да.
Я жил во внешнем мире и знаю теперь, чего нам ожидать. И с каждым днем это все ближе. Пайтити не переживет этого вторжения. Все, что для нас важно, они отберут или разрушат. Ну так нужно бороться вместе, как того хочет наш народ. Воскресив солнце? Пойми, это спасет Пайтити всего лишь на мгновение. Но потом... Это не защитит нас от обнаружения, от вторжения. Нам просто придет конец. Нет! Нет, нам нужно быть храбрыми. Он чем-то похож на этого. Решительными. Железного человека. Помоги мне. Мне нужен твой ум, твоя стойкость в моем мире. Мире под пятой Ордена Кукулькана. Или точнее Тринити. Опа. Если тебе нужна власть, забирай. Только помоги мне защитить Пайтити сейчас, и тогда... Да пожалуйста, правь им, как тебе будет угодно. Я отдам тебе трон. Я сделаю это. Нет. Я найду ларец и воскрешу солнце. Оно будет тебе судьей. Почему ты такого мнения обо мне? Взять ее назад в камеру. Ты можешь меня отослать, но я не предам наш народ. Нет. Ты просто подведешь их. Ларец пропал. Миссионер Андрес Лопес украл его 400 лет назад. Что? Ты положила жизнь на поиски не в том месте. Уходи. Так, ну чё, как я буду её спасать? Нам направо, да ведь? Картинки. Так, за ними не пройти. Жир, еще жир. Вижу что-то в конце. Давай это будет архивариус, давай... Нет, конечно же нет. Чтобы не разрушить неустойчивый баланс сил, все члены Тринити должны выполнять следующие правила. Ограничить выходы в город. Ограничить выходы в город. Если выйти за пределы здания необходимо. Опа! Юкатекский. Чтобы уменьшить вероятность попадания болезни в Пайтити, император Чика временно запрещает жителям покидать город. Всем, кто сейчас находится за пределами города, запрещено. Нет места. Ничего не могу взять. Продвинутые юкатекские, да? Местные священники, или лучше сказать шаманы, если мы хотим отделить язычников от тех, кто идет... Там в центре кто-то что-то читает. Тени удлиняются, а гора черная, как ночь, скорбит, когда бледнокожие чужаки обрывают короткую, но невероятную. Угу. Ух ты, еще. Обалдеть, сколько их здесь.
Из Кана на пароходе едет еще одна группа детей. Из всех 10 особое внимание... Так, я тут все смотрел вообще. Да, тут у нас ничего не осталось. Нет места. Ничего не могу взять. Бла-бла, кукулька. О, еще. Это Канатил, бог солнца, повелитель рая ацтеков, который... Все? Туда я же не могу? Эть! Нет, похода. Иона, я знаю, где она. Я пойду за ней. Хорошо, мы идем. Ты чувствовала дрожь? Да, тогда в Синоте. Это все предвестники. Скоро начнется землетрясение. Нужно спешить. Да, мы спасем Унурату и вместе отыщем ларец. Гробница испытания? Это как раз в ту сторону, да? Ну-ка, покажи мне карту. Да. Вы же меня пропустите? Извини, сюда нельзя. Стоять! Сюда нельзя никому. А если я встану в кусты? Кукулькан хочет, чтобы тюрьма была заперта. Понятно. Ну чё, ребят, тогда... Извиняйте. Стоп. А! То есть, понятно. Я лук не могу достать, и то есть... Ах ты, чёрт! Ой, опасненько было. Нет, вот так. Поехали. Раз. И... Оп. Чёрт, воу, воу. Это, наверное, было больно. Так. Единственный момент, где она могут допрыгнуть, это влево. Ну-ка, 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 ползи, 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 ползи. Вот, вижу же, влево. Отлично. Надо через Е нажимать. И тогда он цепляется. А внизу там ничего не было? Да, ну вряд ли. Я вижу скелетик, который надо сбить. Так, здесь куда ползти-то? Вниз? Опа! Ну? Да блин, давай еще ниже. Да не! Чё-то я не верю, что... Здесь надо раскачкой и туда прыгать. По-любому здесь где-то вверх можно скрабкаться, нет? Видимо, нет. Блин, точно походу туда. Ну ладно. Давай только раскачаемся тогда получше. А с этой стороны скелетика нету? Нет. И еще разок.
еще разок. Ну, вперед. Я очень удачливый малый. Блин, если вот камеру не поднимаешь именно вот в этот участок, то она просто-напросто не в ту сторону попадает своей кошкой. Кукулькан. Так, а почему мне кажется, что скелетики пропустил? Ну не пропустил, значит не пропустил, как это хорошо. Мако-мако? Ладно, я вот не вижу отсюда скелетика, который надо убрать. Поэтому просто иду дальше. Да показалось. Фантазия у тебя разыгралась. Чё, почём у нас? Так, я что-то не понял. Мне надо в правую сторону, а здесь есть ход в левую, да? Это же ход! Может, здесь будет черепок? Я смогу испытание доделать? Вверх. А, найден склеп. Так, ну со склепом мы пройдем попозже. Скорее всего, я запилю там либо одним видосом. Пусть реки за. Либо же поэкспериментирую со стримом. Так, все-таки я не нашел. Как было опасненько. Ага. Туда. Эть, давай, я тебе. Пап, блин, надо еще чуть пониже. Отлично. Ой. Тихо, 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 держись. Перебралась через реку. Я уже рядом с тюрьмой. Тут везде охранники. Мы движемся к реке. Свяжусь, как будем на месте. Хорошо. Э.
Окей. Я думаю, сюда. Оп. Войдите в камеру у Нурату. Так, давайте на этом уже серию закончим. Мы так уже перепрощили. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч в новых видео. Пока-пока.